Посмотрим. О, Мики! Приветик! О, это кто? Это Шпицок? Да, это Шпиц, он у нас любит купаться. Ой, ну пусть купается, а тут что? Мыльные пузыри! Ну-ка! Прикольно! Ну, а дальше мы с Сандрой просто бесились, стреляли друг друга водой. Мыльными пузырями я ее запуливала. И было очень-очень весело, скажу вам так. Мне понравилось. Мы с ней тудым-сюдым друг друга намочили, перемочили. Потом вообще случилась катастрофа. Мы кинули друг друга в воду. Это вон такие спойлеры. Вообще, я часто люблю проводить время со своей младшей сестрой, ведь она такой беззаботный ребенок, и вообще так прекрасно с ней общаться, ведь она всегда с тобой проведет время на все 100. Ну, сейчас ты мне накосилась. Тут я уже, как вам сказала, меня Сандра выкинула в наш бассейн, точнее, в их бассейн. Я вся намочилась сверху донизу. Все мои новые ботинки, новое платье, все было мокрое. Ну, в принципе, Сандра тоже была вся мокрая, поэтому это даже, можно сказать, она была больше мокрая, потому что я ее больше потом залила водой. Поэтому мы с ней рассчитались так нормально. Потом мы друг друга еще скидывали постоянно. Но в один прекрасный момент я... то немножечко. Пойдем, пожалуйста, please go to the... другое место. Согласна, что-то холодновато стало. Так. На твой телефончик побежали. Побежали! Оп. Да, побежали, побежали. О, приветики! Привет, привет. Ой, у нас тут нехватка места, походу. Тогда нафиг ты малышку? Малышка, вы тут. Нет, посмотрите. Я не хочу. Так, а я тебе потом дам телефон поиграть за это. Ладно. На, малышка, я тоже попью. Фу, у нее уже слюни остается. Нормально, вытерешь потом. Ладно. Ой, ты что-то корешь ей в ухо прям. Скажите потихоньку. Молодец. Так, надо поставить. А мы надо завтра, ой, сегодня 2 раза поиграем. Не, один. Завтра еще один. Видишь, трешак. Садись сюда. Вот, кстати, ваши латы, моя мадемуазель. Какой мадемуазель? Мама, на. А мне? А мне? А ты пьешь свой коктейль. Иди тоже возьми, Кассандра. Окей. Какой? А, вот этот, который малоежка. Прикольно, я его люблю, в принципе. Всем приятного аппетита. Спасибо, да. спасибо. Все, хватит, Илья. Ну-ка. Ты как тебе сделала обалденный кофе, жена моя. Спасибо. Прям как в кафе я сегодня пила. Нифига себе. А я новый рецепт увидела. Вот. Вот так вот, поэтому так вкусно получилось. Хотите вафли? Да! Да! Да, мам, обожаю вафли. Отлично, бабка, посетите бабу, дайте, я буду вафли сделаю. Я сейчас, кстати, попросила, чтобы у Аси, чтобы я снимала. Так, надо собакам и кошкам наложить. Так, еще я буду снимать вам свой, как она сказала, фуд-блог. Нам нужно вафельница, ребята. Нам нужна вафельница. Вот такая вафельница и вот такая вафельница. Я сделаю. 4 вафельки такие. 4 вафельки такие. Нам, чтобы с вами нужно тесто. Берем с вами ингредиенты. Это молоко, но это покупное. А у нас с вами есть домашнее молоко. Блин! Нальем в кастрюлю молоко. Налили. Далее, блин, все оставшееся молоко я вылила, ну ладно. Далее берем яйца, кладем сюда, сюда. Берем это, перемешиваем все активно.
противная. Так, все перемешала. Теперь добавляем различные еще ингредиенты. Так, ребятки, я добавила. Сейчас буду это все размешивать дальше. Так, вот такая пока у нас масса, ребят, получается. Так, у меня выпала эта штука. Какая у нас температура? Опа, она у нас перегрелась. Сейчас немножко справимся дальше. Так, все нормально уже у нас. Теперь буду разливать это все по ячейкам. Это тоже мыть. Пока вот у нас такие вот вафли получаются. Вот так, допустим, все дожарится чутка. Тут как поживает, тут тоже вафли нормально поживают. Сейчас наложу на тарелки и вуаля. Ура! Вкусняшки! Все, спасибо большое. Ой, уже поздно, я, наверное, домой поеду. Ой, Дасечка, конечно, давайте провожу. Это гости? Подержите. Пойдем, провожу тебя. Все, все, спасибо. Я к вам уже на следующей неделе еще раз приеду, повеселимся побольше. Пока всем. Скажи пока. Пока, пока. Ася. Пока. Ася, может, завтра придешь? У моей сестры завтра будут, наверное, какие-то приключения, или она меня еще возьмет. Так что приходи завтра. Окей, я подумаю. Пока-пока. Пока-пока-пока. Ой, спасибо тебе, что пришла, пожалуйста. Ой. Спасибо тебе большое, что сегодня пришла. Просто день стал ярче с твоим приходом. Ой, мамочка, с радостью буду приходить к вам. С этими вот пока вы тоже приехали. Я же забыла вообще напрочь, что вы у меня... Так, что вы у меня тоже живете в Нью-Йорке. Поэтому... Вообще, если бы ты не выстрелила вчера ту сторис. Наш любимый кафе в нашем родном Нью-Йорке я бы не вспомнила. Так всегда. Мы же редко с тобой виделись. Даже намного больше будем. Раз. Вот, тоже будешь приезжать к нашей. Привыкать будешь к нашей жизни в Америке. Да, тут привыкать много к чему. Это да. Ладненько, давай. Буду я вот тебя ждать. Как в любое время, в любой час. Приходи, как сможешь. Да, пока, мамочка. Я тебя очень люблю. Спасибо большое за такой теплый приемчик. И за то, что Фуни тебя позвала. Да, пожалуйста, доченька. Все, пока-пока. Да, на этом наш день заканчивается, этот ролик. Прошел у меня день. Очень насыщенный. Я пипец как устала. Пока буду ждать такси, буду сидеть тут. У них очень удобный диван. Так, ну на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите моих новых роликов. Я всех безумно люблю. Пока-пока.